Ученые создали лазерное устройство для контроля уровня глюкозы в крови. Для использования пациенту следует поместить палец на устройство. Лазерный луч малой мощности светит на него. Часть этого света поглощается глюкозой в крови, а часть отражается на стекле. Система способна просчитать, сколько лазерного света поглощается глюкозой, таким образом вывести количество сахара в крови. Весь процесс занимает менее 30 секунд. Исследователи разработали смарт-капсулу, способную более эффективно доставлять лекарства для лечения синдрома раздраженного кишечника и болезни Крона. Она активируется при достижении толстой кишки, тем самым уменьшая негативное влияние лекарственных препаратов на желудок и тонкую кишку. После получения патента на изобретение ученые продолжат доработку умной капсулы для проведения испытаний на людях. Колумбийский дизайнер создал детский протез, совместимый с Лего. Протез – настоящий гаджет. Он позволит ребенку легче пережить травму, самостоятельно отрастив себе конечность, как это делали супергерои. Внутри протеза встроен аккумуляторный блок питания с возможностью подзарядки, процессор и датчики, передающие сигналы тела механической руке. Сама же рука представляет собой сборный элемент, как и конструктор Лего. Вакцину от вируса Эбола испытывают на волонтерах. В проекте участвуют более 600 человек из Великобритании и Франции. Это люди с крепким здоровьем, которым вакцина не нанесет вреда. В состав препарата входит генетически модифицированный вирус. Он должен стимулировать иммунную систему организма, вырабатывать защиту от смертоносного вируса. Препараты разработаны немецкой компанией Nordis и американской Johnson & Johnson.